Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с фото-видеотехникой, а именно с пластиной для штатива, ну, либо стабилизатора, ну, либо еще каких-то вариантов, например, автоматических голов с быстросъемной пластинкой для как на Манфрото. Пришло это все достаточно продолжительное время, около 3-4 недель. Доставка была Почтой России, ну и состояние видим на упаковке доставщика, как он доставляет. Но ввиду того, что сама пластина, штатив, стабилизатор с быстросъемной пластинкой выполнена из металла и алюминия, то пострадала меньше всего. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Итак, давайте смотреть, что пришло. Пришло это все в такой упаковке, без опознавательных знаков по производителю. Ну, скорее всего, как обычно, это делается все либо на одном заводе, и дальше уже распространяется среди продавцов. Вот внутри находится вот такая вот алюминиевая пластина. Что из себя представляет? Здесь есть отверстие с резьбой, обычно 1/4 дюйма и 3/4 дюйма, для того, чтобы устанавливать то или иное вспомогательное оборудование на нее. С этой стороны у нас есть даже два уровня. Один цилиндрического вида, для того, чтобы равнять его. Ну и второй вариант в виде купола, чтобы тоже равнять. То есть два у нас уровня, чтобы вам было удобно выровнять ее на какой-то поверхности, там стабилизатор, либо штатива. Снизу тоже есть несколько резьб для того, чтобы установить эту пластину. Как 1/4, тут он 5 штук, и 2/3 дюйма. Дальше есть кнопка и есть фиксатор. Сейчас мы его открутим. То есть вот она выезжает, но фиксируется. Нажимая кнопку, вот у нас выходит. Так, вот тоже что из себя представляет пластинка. Вот здесь вот эти ступоры. Ну и благодаря вот этому ступору у вас пластинка, где установлена техника, выезжает. Здесь тоже есть фиксатор на пружинке. И есть два варианта винта. Ну, единственное, без хомутика, для того, чтобы было удобно закручивать. То есть придется использовать инструменты, причем с фиксацией здесь резиновой, для того, чтобы у вас не выпадали эти винты, что здорово. Так, вот такая вот у нас пластинка самовыдвигающаяся и не выпадает. Только же при нажатии у вас выпадает из этой пластины. Удобно? Удобно установить на голову стабилизатор для того, чтобы у вас быстро все это уходило. Если правда у вас уже не предусмотрено на этом стабилизаторе, либо на штативе, такие варианты быстросъемных пластин и переноса и установки на другой элемент. Ну, все достаточно хорошо, качественно сделано. Давайте, кстати, взвешиваем его. Имеется ее пластину, сколько она весит в граммах. Если я не запустил стандартные скрины с техническими параметрами и условиями эксплуатации. Ну и как видим, 265 грамм данная пластина у нас весит, с учетом двух винтов, находящихся внутри на быстросъемной пластине от штатива. Вот такая вот у нас пластинка, который устанавливается на различные штативы, стабилизаторы, для того, чтобы производить быстрый съем вашей техники. Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков. И это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфный Уланзи, что вы сейчас видите перед глазами. Поэтому проявляем активность, подписываемся и ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного Уланзи каждому желающему, причем отправлю в любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовый
почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. Итак, я вам продемонстрировал пластину с быстросъемной частью. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.